месте. Именно здесь мы и обустроимся. Будем сидеть и ждать. То есть времени полно. Когда сидеть будем часа 3-3,5. Так что не похоже. Все готово. Сейчас просто надо сеть обустроиться и так всем успокоиться. Выключить телефон мобильный обязательно. Вот. То есть будем ждать выхода животного вот оттуда. Понятное дело, я так сидеть не буду, то есть одену зеленую куртку. Будем ждать. Итак, все, мы обустроились. Сейчас сидим, ждем. Я надеюсь, дождемся. Но для того, чтобы было более интересное видео получилось, вот у нас есть такая примочка, да. Уже неоднократно я ее показывал. То есть вставляется iPhone. Фиксируем оптику здесь.
Вот, выход у нас удался. Перед нами появился молодой самец лани. Я решил долго не ждать и выстрелил при первой же предоставившейся возможности. Выстрел пришелся в височную часть головы. Животное, понятное дело, сразу упало и без каких-либо проблем мы добыли животное. Значит, со мной был Savage Edge, 243 винчестер, как обычно, оптика Hawk 8x56, сошки Vanguard. Вот, в принципе, и все. Всем привет, с вами был Алексей Ваньков.